Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу послать вам беседу своего канала. Ссылка на нее будет в описании. Здесь мы сможем с вами свободно общаться. Я буду отвечать на ваши вопросы, и вы будете знать обо всем всегда первыми. Поэтому, кто еще не с нами, ссылка на беседу есть в описании. Либо можете написать просто в сообщество моего канала, и вам бот даст ссылку на эту беседу. Все, всем желаю приятного просмотра. Кирилл, вы тут? Да, я тут. Здравствуйте, вы пали на обзор на пост лидера Батаревская братва. Заявочку оставляли на форуме? Да, оставлял. Админ вылетел, ну ничего. Так, ну хорошо, давайте расскажите тогда ваше наведение для желаемой фракции. Ну, первым делом я сделаю расформ согласия администрации. Каждый участник с ранга 4 по 5 будет то, что отвечает, к примеру, за склад, дресс, вот и так далее. Будут проводиться дуэли между братками для улучшения стрельбы. Предложу союз одной из мафии для дальнейшего сотрудничества. Будет выдаваться частая премия. Ну, в принципе, это все. Хорошо. А вы уже занимали пост заместителя лидера ВПГ? В мафии я девяткой. Сейчас нахожусь. Ага, хорошо. В русской мафии, да? Да, в русской мафии. Угу. Давайте тогда основные правила лидеров. Минимальная норма онлайна лидера 4 часа в день. Лидеру запрещено восстанавливать человека в ранге после получения варна, только по истечении 3 дней после его снятия. Лидеру запрещено делать расформировку состава без согласия главного администратора или его заместителя. Фракции, входящие в состав негосударственной организации Триада, Русская мафия, Батыревская братва, Лыткалинская братва, Южная братва, Хапота. Переводы внутри нелегальных организаций строго запрещены. Хорошо, а сколько вам лет? Еще раз я просто в заявочке не нашел. Мне 20 лет. Ого, хорошо. Ну давай термины я спрошу. Так. Метагейминг. МГ. Польза информации из реального мира. Хорошо. Пауэргейминг. Убийство троих. 3 на 1 там и так далее. Так, хорошо. Revenge kill. Revenge kill? Да. Убийство. Давай помогу. Это то, что он убил тебя. Угу, отлично. Спаун килл. Убийство на спауне. Угу. ТК. Убийство своих. Ну, вроде все. Так. Давай, сейчас я буду задавать вопросы по правилам коптов. Пункт. И ты мне что назначишь. Хорошо? Да, хорошо. Итак, давай из основных положений. 1-2. В какое время можно проводить капты на неделе? То есть это с понедельника по пятницу. С 12:00 по 22:00. Хорошо. А выходные дни? С 10:00 до 23:00. Хорошо. Пункт 1.4. Нужно ли оповещать о капте заранее? Нет, это не обязательно делать. Угу. В пункте 1.9 сказано, можно ли отказаться от капта или нельзя? Невозможно, нужно опираться на пункт 1.4. Угу. Хорошо. Так. А сколько участников должно быть с атакующей стороны? Пункт 1.5 вроде бы. С атакующей стороны должно быть не меньше 4 человек. Хорошо, давай теперь участникам правила тоже, чтобы ты за составом следил. Пункт 2.16. Разрешено ли возвращаться на территорию как-то или нельзя возвращаться после смерти? Ну, если не нарушая пункт 2.3. Угу. Хорошо. Ну, то есть разрешено возвращаться на территорию капта, но нужно соблюдать пункт 2.3. Пункт 2.14. Запрещен ли выход сервера при смерти? Или он надо, можно выйти? Ну, конечно, запрещен. А еще сколько должен участник пробыть во фракции перед каптом? Вроде 2.13? Должен пробыть перед каптом минимум 3 часа до него. Угу. Хорошо. Вроде все хорошо. Если ты нам подойдешь, мы тебе перезвоним. Сейчас мы проверим еще других и жди звонка. Если нет, то жди записи в группе ВКонтакте. Все, давай, удачи. Я тебя сейчас кикну с конфы. Хорошо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы спросили всех участников. Вы такой самый оптимальный вариант, потому что некоторые не знают правила коптов, некоторые не знают правила лидеров. Вы сейчас можете зайти в игру? Да, я сейчас могу зайти в игру. Давайте. Да, я 15-й ID. Только я в русском мафии, мне нужно уволить. Да, сейчас так. Выгнать из фракции. Так, мы тебя выгнали, и теперь мы выдадим тебе лидерку Батаревской братвы.
Отлично. Ну что, поздравляю. Большое спасибо. С командами, если что, пиши нам. Ну да, если будут вопросы, можем. Я буду к вам обращаться. Все, тогда удачи. Мы пойдем тогда заполнять форум дальше. Тебе форумник выдадет главный администратор. Хорошо, хорошо. Все, тогда пока. Удачного дня. Если что, пиши. Хорошо, до свидания. Ну что ж, как вы видели, пацаны, я прошел озвон и смог встать на пост лидера батырийской братвы. Из-за того, что меня плохо слышно, потому что, пацаны, я болею, мне просто трудно громко говорить, поэтому меня там было плохо слышно. Ну как плохо? Более-менее было слышно, но тише намного, чем того, кто меня обзванивал. Там было еще два админа, но один почему-то вылетел куда-то. У него интернет пропал, либо еще что-то, я так и не понял, короче. В итоге я смог, пацаны, пройти обзвон. Жду всех у себя, как бы можете приходить на стримы. Мы будем, пацаны, здесь каждый день, так РМПРП, второй сервак. IP промокод мой есть в описании, если что. Поэтому залетайте все на этот сервак. Давайте поможете мне отстоять лидерку и встать на пост администратора. Возможно, у меня это получится. Будем с вами проводить капты. В принципе, там нужно от 4 человек, если что. Поэтому жду всех, пацаны, 8:00 по МСК. 20:00 по МСК я делаю каждый день стримы здесь. И теперь у нас будут будни лидера. Я надеюсь реально на вашу поддержку. Давайте здесь наберем как минимум 100 лайков, потому что, пацаны, это моя первая лидерка, понимаете? Я много раз был девяткой на разных проектах, но лидером никогда не был, и это мой будет первый опыт, и мне реально нужна будет очень сильно ваша помощь. Заместителей тоже буду набирать, там, кап состав и так далее, поэтому, пацаны, залетайте на стрим, чтобы ничего не пропускать, потому что я буду именно каждый день стримить, и на стримах будем, возможно, капты устраивать, там, и так далее. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду всех на КРМПРП, второй сервак, повторю, все ссылки есть в описании. Всем пока-пока.